Всем привет! Вы на канале Мисс Маша. Сегодня мне клёстные прислали посылку. Пришло мне сегодня год этот. Не могли приехать. Не мне прислали посылку. Давайте открывать. И мне поможет мама. Дальше я сама могу. Какая красота! Давай открываем. Ну, давайте по очереди тасовать. Первое, вот это давайте тасовать. Открываем. Понадобятся нам ножницы. Тоже интересный такой. Ого, что с цветочками, ребята. А дальше мама мне поможет, что я не отрезала. Ого, что это? О, это, кажется, целлофан. Это целлофан, что ли? Не платится без рукавов. Это целлофан. Какой красивый, ребята, да? Следующее давайте открывать. Какой красивый, кажется, это кофточка. Куточка. Куточка. Джинсы. Смотрите, ребята. Красивая такая. Давайте дальше. Это куколки Лол, и даже Микки Маус, я обожаю Микки Маус. Ребят, смотрите, какая красивая. Такой красивый этот тур. Это какая красивая футболочка с уловами. Какая красивая футболочка. Котики какие миленькие футболочкой. Давайте дальше. Ого! Куточка! Такая красивая! Блестящая такая! Красота! Давайте следующее! Новая юбочка с бантиком. Платье. Платье. Какое красивое. Ребята, смотрите, какое красивое платье. Что же еще там? О, что же это? О, что же это такое? Такое блестящее платье, такое красивое, ребята. Ну, посмотрите на эту красоту. Что же еще там? Что же такое там? Тоже может быть это. О, что это
звук. Мне еще не знаю такое. Может, это мне? Может, это маме? Там киндер не до мамы казалось. Это не только до мамы, но и до меня. Где же еще один ботинок? Он здесь? Еще на яйцо. Так. Не мамин ботинок, еще один. Мама, вот тебе мамин ботинок. Спасибо. Дальше посылаем. Ого, какие красивые, ребята. Давайте их откроем. Давайте попозже только. Дальше давайте. Конфеты. Да. Что это такое? Это... Ребята, думайте, что это такое? Это принцесса Диснея, ребята. Смотрите. Кто-то знает, как их зовут? Ребята. Какие много красивые, да, ребята? Покажи. Смотрите. Угадайте, кто это, а? Угадайте, тоже это кто? Ребята, вы знаете всех принцесс этих? Да? Ну, давайте продолжать. Давайте дальше. Это перчатки. Это, кажется, для моего папы. Это нам чуть-чуть попозже. Лола! Давайте откроем. Попозже давайте тоже. Чай с медом. Это, наверное, маме. А дальше что это? Ого! Какая красота! Красивая футболочка! Красивые мои штанишки! Красивая футболочка с принцессами. Ну-ка, покажи. Смотрите, у меня, мои зрители. Угадайте, кто это? Белль? Кто это Белль? А? Давайте дальше. Что же это может быть? Ого! Какая красота! Это платье! Какое красивое! Покажи. Смотрите, ребята! Ого, наклейки! Смотрите, ребята, какие важные наклеечки! Вот такие есть наклеечки! Вот такие с наклейки. Не вот такие с наклейки. Не вот такие с наклейки. Красивые, ребята. Новые фломастеры, ребята. Так. Что же тут спрятывать в самом низу? Это же письмо.
моих клёцных, кажется. Что же тут написано? Это мама мне прочитает. А вам скажу всем пока. Вы были на канале Мисс Маша. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Bye-bye!